саженцы клематиса The President, президент, отличный выбор для украшения балконов, террас или небольших садовых участков. Крупномер достигает высоты до 2,5 метров и отличается удивительно ярким и обильным цветением с мая по июнь и повторным с июля по сентябрь. Цветы клематиса The President, президент, насыщенного сине-фиолетового цвета, крупные. Листья продолговатые, свежего зеленого цвета. Уход за саженцами. Следует сажать в солнечных местах. Требует защиты от ветров. Предпочитает плодородные почвы. Нуждается в подкормке до 4 раз за сезон. Морозоустойчив, но требует зимой укрытия. Летом, весной и на зиму следует обрезать. Клематис гибридный президент – это лианы высотой от 250 до 300 см с типом роста, низкорослый. Цветет растение в месяц май, июнь. Аромат у цветов слабый. Второй раз в году клематис цветет в месяц август-сентябрь. Окраска цветка сине-фиолетовая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 12 до 17 см. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Обрезать растение нужно на высоте 100 см. Клематис гибридный президент создал Чарльз Ноубл, United Kingdom. Годом создания растения считается 1876.